нарушения устали полицейские. Можно так? Можно так стоять? Ну как, ближе? Ближе чего-то там с какие-то метров есть, что-то в правилах такое, да? Померить? Померил, нету 10 метров. Чем мерить? Глазомером. Глазомером? Да. Возьмите рулетку, померите. Я не слышу. Ну возьмите рулетку, померите нормально. Давайте рулетку. Куда-то нет рулетки. А как же вы измеряете расстояние? Глазом. Глазом? А мне нельзя? Что вам? Мерить глазом. Ну это мой лазер, это вот это. Да. Ну выйдите сами померить. А? Выйдите сами померить. Я знаю, что там есть 10 метров. Есть 10 метров? Полицейский, у меня к вам заявление. Мне кажется, что ваш коллега нарушил ПДД. Можете принять меры? Рассмотреть дело об админправонарушении. Проблесковые не горят, значит, вы не отступаете ни от чего. Смотрите внимательно. Так вы примете меры, полицейский? Полицейский, я к вам обращаюсь. Я просто, вы мне не представились, я не знаю, как вам обратиться. Полицейский! Ау! Полицейский, вы здесь? Полицейский, вы здесь или нет? Нет, такого цирка я еще не видел. Документы ваши можно, пожалуйста? Зачем? Для установления вашей особы. Зачем? Для установления вашей особы. Вы мешаете нам выполнять службовые обязанности. Я вам не мешаю. Как это не мешает? Да. Вы до меня звертаетесь? Да. Ваши документы? Нет с собой документов. Нету? Я вас доставляю до Дарницкого отдела полиции. Давай. Для установления вашей особы. Дай наружу. А наручники зачем? Я, по-моему, себя веду нормально. Да подожди, не крути телефон, упадет.